Здравствуйте, я Владислав Абрамович Перлин. Я веду в центре специалист курса по прикладному программированию. Наш курс по проектированию пользовательского интерфейса на языке Python базируется на библиотеке Qt и ее привязке к языку Python, которая называется PyQt 5. Но этот материал также пригоден и для программирования на библиотеке PySide. Библиотека Qt стала в последнее время одним из стандартов де-факто для проектирования пользовательского интерфейса, поэтому если вы пишете на языке Python и программе вашей нужен оконный интерфейс, а скорее всего он будет нужен, то библиотека PyQt или библиотека PySide является для вас правильным выбором. В первой части курса мы изучаем основы проектирования интерфейса, подходы, принятые в библиотеке Qt. Во второй части курса мы изучаем работу с более крупными массивами данных, например, со списками, с таблицами, с базами данных и тому подобными вещами. Сама библиотека Qt написана на языке C++. Этот курс также базируется на языке C++. Основы самих языков C и C++ на этом курсе не изучаются. Этому у нас посвящены другие курсы. А этот курс посвящен только проектированию интерфейса на библиотеке Qt. Приглашаю вас на наш курс.